Привет, мы сейчас быстро пройдемся по кабинету, чтобы вы знали, какие кнопки вам нужны вообще. Я сделал там 10 видео, рассказываю каждую кнопку, что надо делать. Вот текст Add, например, это вот то, что вы видите здесь наверху. Люди пишут свои тексты. Вы вот можете писать, сколько здесь, раз, один текст на уровне $10. На Pro там 3 текста. И можете ставить сюда. Каждый раз, когда человек нажимает любую кнопку, этот текст меняется, и вы тоже попадаете. Естественно, что здесь практически нет русских, так что все пишите на английском. Тексты я вам разные сбрасывал. Ну, рекламировать iOP здесь нет смысла. Мы уже в iOP, поэтому ставьте чего-нибудь другое. Английское. Для ТТО как раз самая хорошая штука. Дальше. Что здесь есть для вас еще интересного? Для нас самое главное — это суперзвезда этой компании — автоответчик. Это самое главное. Все остальное — это лирика. Вот Splash Builder Pages, многие жалуются, что тяжело на вот этом вот конструкторе сделать страницу захвата. Там надо попасть в размер. Но непростой это конструктор, я согласен. Особенно там, когда касается формы подписки рисовать. Я все сделал видео, но у меня уже рука набита. Поэтому, если вы не можете, никто вам ничего не говорит, делайте там, где вы можете. Делайте на Wix, делайте на блогере. Любые, а код отсюда с вашей компании вставляйте от автоответчика. Здесь тяжело, я не спорю. Не каждый может сходу въехать, как это сделать. Делайте где можете, код берите вашей компании. Вот мы нажимаем сюда. Создать новую компанию. У вас есть видео по этому вопросу. И вот здесь, когда вы создадите свою новую компанию, вы привяжете к ней сюда автоответчик. Пойдете и возьмете здесь код. Вот этот код. Пойдете и возьмете вот этот код, generate код. Здесь откроется окно. Скопируйте все и вставите себе на страницу, где бы она ни была. Это не имеет значения. Дальше, что здесь интересно? Это показывает, сколько у вас человек. Это новый аккаунт, человек недавно создал. Так, вы видите. И здесь показывает, кто кому кого передал. Здесь будет все видно. Кто кому ушел. Ротатор. Можно взять сайт и рекламировать все свои сайты на одном, создать блог, например, с URL, там разбить по 3-4 сайта, вставить сюда, его будет ротироваться. Но я не рекомендую это делать, это не очень интересное занятие. Лучше человеку увидеть один бизнес, а не три сразу. Когда люди видят, что ты рекламируешь много компаний сразу, они как-то плохо к этому относятся. Тракер. Хорошая штука в любом другом месте стоит от $10 в месяц. Вот только один этот инструмент. Когда вы ставите сюда, придумайте название, ставите свой URL, нажимаете «Добавить» и затем смотрите статистику, сколько переходов, с какой страны, вам показывают, сколько раз на вас нажали, на вашу реферальную ссылку и так далее. Это интересно знать для того, чтобы понимать, в каких местах мы вообще рекламируем. Есть ли смысл там рекламировать или нет вообще. Pif Tickets. Это вот если у вас человек есть, ваш персональный, который хочет зайти, у него нет $10, тогда вы ему покупаете здесь код, даете ему код, он деньги не платит, вставляет код и регистрируется как платный. Download Binder – это сайты американских партнеров. Если вы на них зарегистрированы, вы можете сюда поставить свою ID и нажать Update, если вы на этих сайтах зарегистрированы. Это по трафику все. Все дело по трафику. В общем, вот такая история. Это каждый человек зарегистрирован на этом, дает свою реферальную ссылку. Нажимаешь Update, когда сюда кто-то пришел, заинтересовался, это Pay, это значит, нажал на рекламу и подстоял там пару секунд, получил кредиты или 0,01 цент деньгами. Вот PTC это оно и есть. Понятно, да? Теперь Show Referrals. Это ваши, показываются все рефералы. И показано, это вам, это перекинуто спонсору. Это вам, это спонсору. Это все бесплатные. То есть, когда они оплатятся, здесь опять будет спонсору, вам. Спонсору вам через одного. Это интересная, кстати, модель. Я вам отвечу почему. Понимаешь, вот бросили там у тебя кто-то первый, второй. Ну и что? Зато у тебя есть четвертый, шестой, они идут. И все на глубину их не идут. И даже с первого, второго все идут тебе на глубину. То есть интересно. Это если вы на хотите пойти на $20, вы нажимаете сюда, но только после того, как закончится месяц ваших $10. Не раньше. Продукты, это показывает все, что у нас здесь есть. Автоответчик вы видели. Это строить так. Это отзывы людей. Это по сайту навигация. Так, здесь вы можете один раз только вписать свой
свои данные, больше ничего не можете писать. Я имею в виду на вывод PayPal. Если вы хотите Pioneer, вам надо его заказать через support. На командном блоге написано, как это сделать. Далее. Здесь ваша реферальная ссылка находится. Вот они все. Страницы захвата, реферальные ссылки и так далее. Самые главные кнопки для вас, самые главные, важнее нет. Их всего несколько. Это тракер, это автоответчик, ваша реклама. Вы еще можете заказать себе хостинг здесь. То есть заказать хостинг через суппорт. Вам дадут хостинг, туда можно залить, что хотите, WordPress, и на них писать статьи и так далее и тому подобное. Но это только на уровне $20. То есть, когда вы перейдете на шаг дальше. Также вы можете там же делать видео страницы захвата, там легко, три клика. То есть не такой тяжелый, как этот. По ним всем есть видео. На одной странице без реферальных ссылок. Я сделал специально для всех, чтобы они делали. Все хорошо, все получается, только спотыкаются вот на нарисовать страницу. Ну, если посидеть, то, конечно, то можно. Но если умеете делать в другом месте, значит делайте. В конце концов, это бизнес и ничего личного.